Всем привет, котята, меня зовут Лана, и вы видите эту огромную толпу за мной. Это те, кто тоже ждут новый этаж дверей. Осталось, по-моему, около 3 минут, а еще двери решили, что мне нужен второй подбородок. Не знаю, по какой причине, но я не могу это исправить, потому что у меня вроде как надета женская голова, просто еще моя маска. Ну, в общем, будет это странненько, хорошо, что я себя видеть не буду, потому что я надеюсь, что вторая часть, второй этаж будет тоже от первого лица. Так вот, ребят, лайк, кто тоже не спал вчера и ждал вот это вот все, как ребятки, выхода осталось меньше 3 минут. Если честно, сегодня видео вообще не должно было записываться, потому что у нас, ну, вроде как что-то типа выходного, мы теперь не каждый день видео записываем, а там через день, и вот я дождалась. Час ночи, между прочим, почти. Я не могу, меня ужасно смущает эта штука. Я ее сниму, я не хочу смотреть на это лицо. Нашла какое-то первое попавшееся, которое подходит. И, ребят, минута до второго этажа. Уже даже в названии игры написано «Этаж 2», а не обратный отчет. И сейчас мы пойдем играть с абсолютно незнакомыми мне людьми в абсолютно незнакомую мне новую игру, но я надеюсь, что это будет прикольно. В общем, первая реакция того, как же все-таки выглядеть будет новый этаж, будет это чем-то классным, или, может быть, это будет разочарование. Надеюсь, что нет, потому что первая часть была потрясающей. Так что, в общем, ребята, ждем 30 секунд! Мы обязательно придем сюда с Ёшей и Ульяной, даже не один раз, я уверена, но сейчас первый раз я пришла сюда одна, потому что, скорее всего, ребята уже спят, мы вообще не планировали, весь день ждали выхода, не дождались, в час ночи все-таки появляется второй этаж, прям вот в эту секунду. Где? А что, можно уже играть, что ли, идти? А куда? А, вот сюда! Он же этаж второй должен быть наверху. Опа, секундочку. Секундочку, я что-то не понимаю. Так, ребят, я, кажется, поняла, это шахты, и здесь нужно создать свой лифт. И, возможно, кто-то присоединится. Возможно, никто не присоединится, но я буду ждать, потому что я боюсь, блин, их в одиночку проходить. Хотя я даже не знаю, будет это лучше или хуже. Короче, вторая глава у нас шахты. Второй этаж, так называемый. И, мне кажется, огромная куча людей сейчас бегала и не понимала, как вообще попасть в этот лифт. Ладно, ребят, соло так соло, я отправляюсь в одиночку. Надеюсь, я проживу достаточно, чтобы этого хватило на видео. Ребят, очень долго грузит игра, только сейчас я начала слышать звук, и так, и мне пока нечего покупать, там что-то можно было забустить. И это продолжение, мы реально опускаемся вниз в том лифте, в котором на нас прыгнул вот этот вот библиотекарь, как там его фигура. Я уже, честно, забыла. А, подождите. Нам надо нажать? Я нажала что-то. Это я хорошо сделала. Шахты. Блин, это так здорово. Даже немножко сглаживает впечатление от того, что лето заканчивается сегодня, да. Извините, если напомнила, но... Опа, это мне гвозди. Вернее, шурупы. Тоже. Ладно. Ладно. Чего, блин? Какие-то палочки. Это типа здесь такие светильники. Я пока что хочу все пособирать. Я понимаю, что к тому моменту, как видео выйдет, вы уже все наверняка поиграете, могу толкать тележку. Блин, я так хочу, чтобы Ёжа с Ульяной тоже уже пришли, поиграли поскорее сюда, потому что это, ну, это должно быть очень классно. Я даже немножечко, ну, наверное, не очень хорошо себя чувствую, что я записываю это одна, но уже на завтра у ребят записаны видео, а у меня нет, поэтому открывайте мне ворот. Открывайте. Не откроете, да? Можно залезть. А можно вылезти. Ладно, что-то, видимо, надо сделать. Ну, гонять туда-сюда тележку могу, да, неплохо. Возможно, мне нужно что-то сделать... О, зажигалочка. Такая же, между прочим, как и была. Возможно, мне что-то надо вот тут сделать. А, да. И надо принести сюда лампы. А еще у меня ноут почему-то вдруг дико загудел. Просто ужасно. Он должен быть сильный, он должен не такое тянуть. О, нашла одну. Пока только одну, у меня, наверное, несколько. Ребят, шкафчиков очень много, и, наконец-то, я нашла последнюю вот эту штуку. Кстати, что-то у меня не бралось. Так, тут я все сделала, может, еще что-то можно прихватить, денежки, например. Ну ладно, давайте, запускаем. Классно, что их три, типа,
Хотя нет, одна уже там стоит, поэтому, ну, их технически две. Чё там я не могу взять? Ладно. Какой-то секретик там от меня запрятали. Возможно, его можно брать только каким-то другим способом. Чем я покатала, не знаю. Ладно, поехали, ребят, мне уже страшно. Запускаем теперь. Спасибо, открыли ворота. Ура! 101-я дверь. Это помелькало, это плохо или нормально? О, вы смотрите. А я могу? Так, я могу вот так сделать, чтобы она там пробила что-нибудь? Давай, пробивай. Ха, я знала, что так будет. Слышь, подождите, тут те же монстры. Ну, в принципе, это логично, если тут будут те же, еще дополнительные. Ну, то есть такое себе немножко усложнение, да, например. О, пластырь. А, пластырь не могу взять, да? Ну, я там себе путь... Ух ты! Ух ты! Новое место для пряток. Немного жутко. Мне показалось... Ребят, очень громко гудит ноутбук. Я не знаю, почему он решил включить все кулера, которые у него есть, и даже которых у него нет. Чё это за штучки? Я не знаю, зачем их мы собираем. Я тоже пока не знаю, но допустим. А, их можно только 10 носить в руках. Мне не стало понятней, что это, если честно. Пока что ничего еще полезного найти не могу. Шифтовать, кажется, нельзя. Я и так бегу с максимальной скоростью. Дверь сама открыла. У-у-у, это что за фонарище? Так, а ну-ка. А его нельзя вот так заряжать? Ну, как вот эти фонари, которые с ручкой такой. Ребят, я очень надеюсь, что шума не слышно, или, по крайней мере, он не мешает. Что делать? Что сыпется? Мне прятаться или нет? Или это нормально здесь? Там кто-то орёт, там кто-то меня убил. А, да, это ты? Ничего себе. Я не буду выкупаться, я почти ничего не прошла. На какой минуте? Воу, прикольно, как красиво это выглядит. Я как будто плыву, вон пузырьки, умерла от раши, говорят. А тебе нужно менять места для пряток. Ага, не сдавайся. Не-не-не, я пока что сдаюсь, я еще раз сыграю. Так, ребят, вторая попытка. Как же, блин, долго сейчас ждешь начала игры. Это такой мотиватор не умирать, потому что не знаю, сколько времени прошло, зато я выключила кулера на ноутбуке, и теперь я довольна. Так, сейчас, я надеюсь, это будет побыстрее. Надо найти все эти штучки. О, подождите, ящики по-другому стоят. Кажется, ящики по-другому стоят. Что делать это, пал... А... Ладно, я поняла. То есть я собрала 10 светящихся палочек. Возможно, они понадобятся, чтобы где-нибудь себе, знаете, указывать путь. Ну, вернее, как эти, короче, Гензель и Гретель, все знают сказку. Вот там вот хлебными крошками, а здесь можно палочками себе какой-то путь прокладывать. Наверное, прикольно. Капец, мне тут пластыри в каждом ящике положили. Это, конечно, приятно, но мне бы эти ваши... Ту штуку, чтобы электричество включить. Так, есть, отлично. Да, конечно, в первой части дверей первая комнатка была побыстрее, скажем так. Ага, здесь то же самое. То есть пока что комнаты не генерируются в случайном порядке. Ну да, давай, давай, мне там надо открыть. Кажется, палочки эти еще и разных цветов. Прикольно, если они светятся всякими красивыми цветами. Господи, это... Как же он меня... Пугает? Опа, тут какой-то звук был. На тебя наоборот не надо смотреть. Ты, Ладно, поняла, это пранк. Мигл, слышь? Обалдеть. А можно мне те пластыри? О, спасибо изначала, которые были. А можно еще пластыри? Вот как там, вот сколько штук было? А я могу вернуться? Хотелось бы, конечно, вернуться и забрать все пластыри, которые я не смогла забрать, чтобы похилиться. А что делать? Как их отличать вообще, этих двоих? О, ладно, пластырь, приятно. Может, их реально больше здесь? Или опять пластырь? Красота какая. Может, для таких, как я, кто нарывается постоянно на кого-то. Блин, батарейка, жаль, не пластырь. И еще один, серьезно? Это очень круто. Возможно, они знают, что сейчас игрокам довольно тяжело понять, что у них вообще тут происходит. Так что, а мне сюда идти или я отсюда пришла? Я отсюда пришла, да? Тихо. А, вот сюда идти, да?
Ну да, судя по всему, я тут еще ничего не открывала. Интересно, здесь есть Тимати? Целиком похилилась, ребят, на одном уровне. Вы можете себе это представить? Чтоб такое было в первой части дверей. А, вот она, дверь. Я даже не поняла. Чё, будем использовать палочку? Как считаете? У меня там фонарь был классный в прошлой попытке. Я кину. Да блин, нет, нет. Как отвернуть? А что, мне ничего не делать, что ли? А, надо ничего не делать. А почему я шевелилась? Ладно, я поняла, надо ничего не делать. Хорошо. Ну я вот сейчас ничего не делаю, он меня жрет. Может, надо под ноги посмотреть, типа сбросить его. Я пока не поняла, как он действует. Зато пластырь подогнали, спасибо. Это мне, правда, вряд ли поможет. Я сейчас умру снова на какой-то, на третьей двери. Но я не пытаюсь сейчас... Батарейщик упачкала. Зачем? Ну ладно, спасибо. По-моему, пока что действительно щедрые какие-то тут ребята. Видимо, не хотят, чтобы я умирала, потому что тяжело загружаться. Кстати, сейчас в игру играет, по-моему, что-то... Кто такой? Что за моль? О, подождите, может их надо вот так вот привлекать на свет? Нет? Мама. Нет. О, ведь я знаю. Что мухи делают, ребят? Что делают мухи? А ты-то тут что взялся? Я не хочу на тебя смотреть. Так, ладно. Где-то тут глаза еще были? Или я уже открыла? Опять пс? А, мусорка. О! Я не хотела лезть, я хотела посмотреть. Просто посмотреть, я любопытная, мне все интересно. А, кажется, я уже прошла. Иу. Чем я вообще думала, что там может быть что-то полезное? Надеюсь, я... Ну, типа, это никак на меня не повлияет, что я только что в мусорке полазила. О! Что за? Не верь глазам. Я выжила от роя, но я не поняла, как я это сделала. То есть я просто выжила... Ребят, я... Я думаю, что к тому моменту, как вы напишите в комментариях, что я сделала не так, я уже сама пойму, что я сделала не так. Но все равно напишите, потому что интересно. Ух ты. Можно полазить по лесенке еще ниже? Пока что клутаемся, смотрим вокруг, пытаемся не умереть. Ищем обязательно пластыри. А то я похвалила, что их тут много. А, это, ну, это туда, что ли, мне теперь? Подождите, я еще наверху все не посмотрела. А что, если тут тоже будет какая-то липовая дверь? Че, пойдем? А, подождите, стоп. Тут не липовая дверь. Тут это что еще такое? А ну-ка. А, ладно, ничего. А я уж надеялась, что опять какой-то проход секретный будет. Ну, или не секретный, или единственный возможный. Так, а еще здесь можно было пройти поверху. Я вот думаю, тут какой-то еще проход. Пластырь! Не зря шла! Ой! Это, кажется, немножечко еще что-то не доделалось у ребят. А как посмотреть, что там? Ну ладно. Что-то сломалось, но это не я. Я ничего не ломала. А я могу упасть? Нет, не могу упасть. Блин, только по лестнице придется. Тут две лестницы, это меня запутало, я не могла найти дверь. Стоп, секунду. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Тут еще глаза. Так, и помигало, да? А это что такое? Блин, мне не нравится. Надо прятаться. Надо прятаться, да? Или мне просто здесь... Ой, мама! А что случилось? Ну ладно, я плохо... А, ты в шкафу. Блин, я думала, я присяду за дверью, и я опять умерла от Раши, серьезно? Да. Рано залезла, не смогла справиться с шкафом. Ну ладно, знаете, в этот раз я выкуплюсь. Ну, мне просто лень еще раз доходить даже до этого этажа. Поэтому давайте. О, как красиво! Это даже сто... Так, во-первых, где мои вещи? Где мое тело? Что, хотите сказать, что у меня больше ни одной нет штучки? Честно заработанной? Ребят, ну так нечестно, но у меня... О, вот оно, тут я открывала. Где мои вещи? Где я умерла? Или тут вам больше не выдают вещи после того, как вы возрождаетесь, так что ли? Так, ну дверь мне подсвечивают. Умирала я где-то... А, неважно уже, где я умирала, значит, заново будем все искать. О, нашла! Ребят, вот оно, место моей гибели. Спасибо, но мне, значит, в другую сторону. Давайте немножечко себя подсветим, чтобы понять, куда идти, отстань. О,
Нашла. Ладно. Давайте дальше. Всего лишь 12-я дверь. Ребята, я уже умираю. Ты кто? Здорово! А что делать с тобой? И так, встань, да, я на фигурку смотрю. А чё ты на 12-й двери? Ты теперь, типа, обычный монстр, ты не крутой. Может, на него надо было тележку скинуть. А мне не нравится этот значок. Что значит этот значок? Он поднимется сюда? Придёт со мной разбираться. Чё-то ходит там. Ладно, пусть ходит, чё, прикольно. А, пойдемте дальше. И чего? А как? Я ж умру. Да, нет? Да нет, вроде дышу. Но мне это не нравится. Фух. О, чего? Я с утечкой справилась и не умерла. Почему я не умерла? Почему я должна была умереть? Почему я не умерла? Вот так много вопросов. Надо куда-то прятаться. Сюда, что ли? Давайте. Бежит? Бежит, я прячусь. Отлично. Я не умерла от него. Будет еще бежать? Смотрите, там сидит, а? Сидит. Так вот, что было в мусорке. Это ты воняешь? Очень темно. Закончится у меня сейчас эта штука, естественно, конечно. Капец, я бейджина получала, ребят. О, зажигалочка. Отлично. Звук мне не понравился, конечно. Пойду лучше. Хорошо, все, я поняла, идем. Вот таким вот. Ух ты! Что? Кто? Отстань! Я прячусь. Вовремя, да? Вроде да. Блин, и нельзя в тот же шкаф прятаться. Вы смотрите, он сидит там. А, стоп, не сюда, да? Это я неправильную дверь выбрала. Но это все из-за этих глаз. Я-то что? А, вот сюда. Типа! Что? Как я в прошлый раз выжила? А, шахты непростая задачка. Я умерла от утечки какой-то лампы или что? То есть тут рудничный газ. Дышать небезопасно, и он очень легко воспламеняет. А, не стоять рядом долго и, конечно же, не нести туда зажигалку, господи. Все же было предельно ясно. Ну что, ребят, возрождаться я больше не могу. Такая же история, как и в первых дверях. Так, да с какой двери я там дошла до 19-й? Ну, рекорд, рекорд. Но я не собиралась сегодня далеко проходить и много что себе спойлерить. Это просто такая, можно сказать, первая реакция на двери, потому что сейчас почти уже 2 часа ночи, пока я это все записывала. И, короче, прикольно, прикольно, мне понравится. Не терпится, когда мы придем сюда вместе с ребятами. Ну, а на сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока!